Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу утреннюю программу. Сегодня мы поговорим о русских традициях и о лучшей половине человечества. Конечно же, о нас, женщинах. Но прежде чем мы начнем нашу программу, давайте узнаем, какую погоду нам сегодня обещают наши синоптики. В Карачаево-Черкесии облачно, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в отдельных районах сильные, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью порывы 12-14 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2, в горах местами до минус 8, днем до плюс 7. В горах местами минус 3, плюс 2, на дорогах местами гололедица. В Черкесске облачно, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью порывы 12-14 метров в секунду. Днем 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1. Днем 5-7 градусов тепла. Уже в понедельник, 7 марта, у православных начнется Великий пост. Самый длинный и строгий. В течение 7 недель запрещается употреблять в пищу продукты животного происхождения. А за неделю до Великого поста начинаем праздновать Масленицу – самый вкусный и веселый праздник. И у каждого дня свое правило и свое название. В старину Масленица считалась праздником богатства и плодородия. С тех пор желтый румяный блин стал символом солнца. Выпекая блины в течение всей недели, мы как бы приглашаем в гости солнце, чтобы оно помогло нам отогреться от долгой и холодной зимы. Татьяна, посмотри в окошко. Масленица к нам идет. Вон и кот умывается, гостей дожидается. Пора блины заводить. Я уже все приготовила. Сейчас буду заводить. О! А вон и кумушки идут. Где ты видишь? А да вон надо они. Надо стучать. Ой, кумовья, здравствуйте. Добрый день. Доброго дня вам всем. Масленица, кума, на дворе. Пора блины печь. Я уже приготовилась. А мы тоже не с пустыми руками. С откупами, со своими блинами. Молодцы какие. А где же столько откупов-то набрать успели? А мы по станице ходили. Холостым ребятам, да с незамужним девчатам колодки вязали. Ой, молодцы. Мы на ферме были. Там Ваське, представляешь, тюк сена на спину привязали. Так его мать и молоком откупилась. Ой, жадина вот какая. Вот сколько насобирали-то. Ой, молодцы. Неделю есть будем. И соседей угощать будем. Ну, кумушки дорогие, прошу вас. За стол. Присаживайтесь. Ну что, дорогие женщины, вы занимаетесь блинами, а я-ка, наверное, пойду до кума валенок починю. А то морток могёте оставить без порток. Ой, нет, бывает. Так, да смотри, там с кумом не балуйся. Не-не-не. Смотри. Ой, кума, у тебя такие всегда блины вкусные получаются. Поделись секретом. Да никакого секрета особенного нет. Обыкновенный рецепт. Это есть хозяйки, которые там и снег добавляют в тесто, и на луну ставят, и заговор читают. А я обыкновенно делаю, завожу. Прошу Господа, помоги, Господи. И начинаю заводить тесто на блины. Беру молочко. Наливаю. На пол-литра молока беру одно яичко. Две щепотки соли. Соды немножечко. Ну, совсем вот так вот где-то. И одну щепотку сахара. Сахар нужен только для румянца. Чтобы блинчики были румяненькие. И все это хорошо вот так взбиваю. Чтобы соль растаяла, сахарок растаял. И все, оно перемешалось хорошенечко. И... чтобы вкусненько было. Так что запоминайте, конечно. И начинаю добавлять муку. И мешаем, мешаем потихоньку. Чтобы комочков не было, все надо хорошо, хорошо разбить. Еще немножко.
Немножечко добавим. Потом берем кипяток, немножко добавляем и быстро мешаем, завариваем. Все добавляем, еще добавляем. Аня, всегда без кипятка делаешь. Я тоже. Вот это же ее секрет и есть. Теперь я возьму поломку и поломку, так что удобнее было. И добавим ложечку масла постного. Все хорошо вымешиваем, вымешиваем. Смотри, какая гладкая получается. Комочка. А масло, слышите, как пахнет? Это домашнее. Пахучее домашнее. Вот, в принципе, и все. Можно выпекать уже теперь блинчики. Блинчики выпекаем на разогретой хорошо сковородке. Подмазываем сковородочку. Раньше мажешь чем? А вот раньше мазали перышком, макали вкусное масло и мазали. Можно кусочком несоленого сала мазать. Каждая хозяйка посуды. Так что теперь можно идти. Кусочком сырой картофелины. На вилочку масло макаю. И смазываем. А я огурцом соленым. Прям на вилку его так. И масло не макаешь? Нет. Вот и секрет. У каждого свой секрет. А бабушка у меня вообще натирала просто солью сковородку. Натрет, натрет. И все. А первый блин у тебя комом получается? Нет, у меня никогда не получается плохо. Всегда у меня блинчики хорошие получаются. А первый блин комом не потому, что он не снимается. А потому что комами на Руси называли медведей. Первый блин пекли и несли медведей задабривать. А у нас в станице блины первые отдавали нищим на помин души усопших. Или на окно ставили. Ой, Тума, там у тебя уже сковородка разогрелась. Ой, ну я побежала выпекать. А ты, Кумочка, убери, а вы, девчата, чай пей. Ну давайте, девчата, сейчас кум придет, а мы ему стол тут накроем. Поможем куме. Блины получились, да тонкие, да ажурные, как солнышко. А блины еще бывают с начинками. Вот, например, весенний блин, масленица сыропустная, без мяса. Весенний блин с яйцом, с луком. Кладем немножечко начиночки. И заворачиваем блин аккуратненько. А вот сладкий блин. Сворачивают его, кладут на него начиночку. Творог с изюмом, что ли? Творог с изюмом, сладкий. И заворачивают его вот таким узелочком. Ой, а у нас тут блины всякие есть. Есть и с картошкой, есть и с грибами. А блинам у нас есть и сметана, и вареница. Ой, кума моя кумица, печь блины ты мастерица. Красиво сделала все, молодец. Красиво, красиво. Как на масляную неделю стройки по снегу летели, санки с горочки неслись, а у всех блины пеклись. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, ой, блиночки мои. Как на масляную неделю тройки по снегу летели, санки с горочки неслись, а у всех блины пеклись. Ой, блины мои, блины, ой, блиночки мои. Ой, блины мои, блины, ой, блиночки мои. Замесили
на дрожжах, не удержать их на вожжах. Ай, нас умом на блины да пригласили две кумы. Ой, блины мои, блины, ой, блиночки мои. Ой, блины мои, блины, ой, блиночки мои. Гум, заходи. Ой, Гум пришел. Гум, гляди, сколько блинов напекли. Да, блины хорошие. Ну какие блины без меда? Не с медом, а без горилки. Спасибо. Какие. Масленица, хоть себя положи, но масленицу отпразднуй. Давайте, давайте. Заходи, Кум, присаживайся. Заходи, Кум. Дай сюда хоть валенок, что ты его таскаешь. А я сейчас только почини. Масленица бывает узкая и широкая. Первые 3 дня – это узкая масленица, а следующие 4 дня – это широкая масленица. И каждый день имеет свое значение. Понедельник – встреча. Доделываем чучело, доделываем качели, горки. Будем встречать масленицу. Вторник – заигрыш. В этот день начинается веселье. Приглашают в дом родных, а также на молодежных гуляниях устраивают смотрины. Ну, а среда – это лакомка. Это, наверное, самый такой большой день, когда зять идет к теще в гости. И как она его встретит, так он и проведет целый год. А четверг – это разгуляй. Качели, карусели, ледяные горки, катание на тройках и всякие прочие развлечения. Пятница называлась тещиной вечерки. В этот день теща к зятю в гости приходила. А суббота – заловкины посиделки. Заловки приходили к невестке в гости. Невестка им подарки готовила. Они нарядами хвастались да сплетничали. Воскресенье масленица заканчивалась. Начиналось прощенное воскресенье. Все просили у друг друга прощения и готовились к великому посту. Чучело сжигали, а пепел втаптывали в снег и в землю, чтобы был хороший урожай. Понедельник начинался великий пост. Как на масленице нашей всем становится теплей. Уходи, зима, подальше, нам с блинами веселей. Напеките нам блинов, да чтоб были пышные. Нынче масляная неделя, можно съесть и лишние. 5 блинов я слопала, на мне юбка лопнула. Пойду юбку зашивать, чтобы съесть блины опять. И веселись чудной народ, в гости маслина идет. От души ее встречаем и блинами угощаем. Приходите, заходите на румяные блины. Нынче масляная неделя, будьте счастливы, как мы. Обряд проведения масленицы. С праздником! Несколько дней остается до главного женского праздника, которого, мы, думаю, ждем с большим нетерпением. И сегодня у нас в гостях главная женщина Карачаево-Черкесии, которую с удовольствием представляю. Это Марина Рамазановна Барлакова, которая возглавляет сельхозартель «Кубань» и с недавнего времени возглавляет региональное отделение общественной организации «Союз женщин России». Марина Рамазановна, я вас благодарю за то, что вы к нам пришли, потому что застать вас и пригласить в гости – это большая удача, потому что вы человек очень занятой. Помимо общественной нагрузки, вы еще и мама, и супруга. Ваши обязанности никто не отменял, поэтому я вас благодарю за то, что нашли время для нас. Марина Армазановна, ну, конечно же, сегодня мы будем говорить в преддверии женского праздника об организации, которую вы возглавляете. «Союз женщин России». Какие задачи и цели ставит перед собой наша общественная организация? Доброе утро. Спасибо за приглашение, спасибо за такие добрые пожелания и отзывы в наш адрес. Ну, наша организация в первую очередь стремится выявить женщин
с активной жизненной позицией, помочь им себя реализовать, и чтобы в дальнейшем эти женщины могли принимать активное участие в общественно-политической жизни нашей страны. Вот. Основная задача нашей организации – это помочь женщинам в разных регионах. Соответственно, в каждом регионе есть свои районы, поселения. Заглянуть в каждый уголок нашей большой страны и помочь женщине в это тяжелое время, неустойчивое, быть самодостаточной, быть финансово обеспеченной, и чтобы у нее хватало сил и времени на семью и на общественную жизнь. Марина Армазановна, ну цели-то хорошие, а как реально их воплощать в жизнь? Вот вы сказали, женщине быть самодостаточной, финансовая помощь, помогать женщинам на селе, да? А как это сделать? Как вы это делаете? С того времени, как наша организация стала общественно-государственной, то есть очень серьезный статус ей дан, есть очень много программ, в которых наша организация будет участвовать. Это господдержка. Для того, чтобы женщина смогла, допустим, осуществить свою какую-то идею, свою мечту, наша организация может помочь ей финансово, да. Вот мы в течение года проводили несколько мероприятий. Вот небольшой такой пример. И каждое наше мероприятие, оно финансируется государством. Постоянно учитываются все наши интересы и пожелания. Один пункт вашей программы – помогать сельским женщинам, правильно? Да. Ну хорошо, вот я живу на селе. У меня вот есть такие идеи, я хочу начать свой бизнес малый развивать. Для этого что мне нужно? Я могу обратиться к вам, представить свой проект. Как вы будете мне конкретно помогать? Вот для этого мы, основная задача на этот год нашей организации региональной, создать во всех сельских поселениях женсоветы, куда будут обращаться вот эти идейные женщины, скажем так. И эти женсоветы, в свою очередь, будут писать нам в головное отделение. И мы будем их направлять в те организации, с которыми мы сотрудничаем, и через которых финансово мы будем им помогать. А скажите, пожалуйста, в вашей программе ведь в уставе записано помогать еще семье, да? Да. Поддерживать семью. А в семье бывают детки, извините, больные, и ДЦП, и ну, разные проблемы. Вот институт материнства, семьи, ведь вы тоже должны поддерживать. Как вы намерены это делать? Это у нас основное направление. Вот. Основное направление у нас материнство, семья, а также здоровье женщины и семьи, здоровье нации из этого вытекает. Ну как мы будем это делать? В наш состав входят все министерства. Представители всех министерств, представители всех министерств. То есть это и образование, это и медицина, это и культура. Мы с ними, вот во всяком случае, я планирую тесно с ними сотрудничать, участвовать во всех их программах. И не просто принимать участие как бы смотрителя со стороны, или как это можно выразиться, а принимать непосредственно активное участие и со своей стороны делать все возможное, чтобы помочь им реализовать те задачи, которые перед ними стоят. Это ж неспроста, что в нашу организацию входят представители всех министерств. Значит, наша организация заинтересована в том, чтобы нация у нас была здоровая, образованная, и чтобы институт семьи в первую очередь функционировал полноценно. Ну, а какие рычаги у нас для этого есть? Вот как вы можете помочь конкретной семье? Говорила, что есть разные программы. Так. Мы также сотрудничаем и с Министерством труда и соцзащиты. Естественно, вот это все нам дает возможность принимать вот такое точечное участие в жизни каждой семьи. То есть выявлять вот эти семьи, обращаться к этим министерствам, помогать им в оформлении документов,
помогать им, если, допустим, это какое-то затруднительное финансовое положение, да, и они не попадают в какую-то там из программ, то мы, естественно, так как занимаемся и благотворительностью, мы на начальном этапе помогаем финансово этой семье, а далее уже помогаем ей включиться в те программы и реализовать наши идеи. Ну что ж, Марина Рамазановна, имея такую волевую, целеустремленную женщину во главе нашего регионального отделения общественной организации, я думаю, все задачи будут выполнены. Вот даже не сомневаемся. До главного женского праздника остаются считанные дни, и Марина Рамазановна, у вас есть возможность поздравить наших женщин. Что бы вы им пожелали? Хочется пожелать прекрасной половине нашей республики мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия в их семьях, оставаться всегда такими же красивыми, интересными и целеустремленными. Дорогая Марина Рамазановна, в свою очередь я хочу поздравить вас с наступающим женским праздником. И сегодня у вас день рождения, дорогие зрители Марины Рамазановны, в такой день она к нам пришла. Вот, будьте всегда такой цветущей, такой милой, такой обаятельной, как сама весна. С праздником, с днем рождения вас, дорогая. Спасибо огромное, спасибо. Ну что ж, дорогие зрители, на этом наша программа подошла к концу. Я думаю, вам было интересно. Я желаю вам всем счастья, и пусть ваши мечты сбываются.